Педонька, как дела тебя? Меня зовут Дэниел. Тебя зовут Дэниел, молодец. А меня здесь дома. Сегодня так темно на улице? А, ну конечно же вечер. Я сейчас делаю эгг-роллс. Немножко стушила капусточки, там и морковка, и лук. Вот уже сколько сделала. Покупное тесто, конечно, но очень вкусно получается. Просто заворачиваю. Так, Леночка пришла. Леночка, привет! Открыла шкурятку. Леночка открыла шкурятку, крышки вытаскивает. Да. Да? Делаешь беспорядок маме тут? Леночка. Привет. Как дела? Копейки. Ты хочешь вставлять копейки? Есть копейки. Здесь, да, там вставляются копейки, правильно. Мам, Тимой есть. Чему здесь найти копейки? Не знаю, может папа просить, у папы есть копейки. Папа, а привет. Копейки. Ой, осторожно. Буду жарить egg rolls. Ой, они что-то у меня все разные получились. Нет. Да. Нет. Еще не приловчилось, надо. Так, переворачиваю. Да. Как тебе посевать? Как мне помогать? Да. Сейчас. Хочу котлон. Буду. Еще хочу сделать. Есть такие мексиканские штучки, которые можно жарить на масле тоже. Ну, потому что у меня масло есть. Я уже жарю. Такое хочу сделать. Это потому что у меня масло осталось. Быстро перевернуть, чтобы с этой стороны тоже готовилось. Так они должны. Ой, так они должны увеличиться. Но они должны быть намного-намного больше. Я просто, наверное, не успеваю переворачивать. Или у меня что-то неправильно. Что-то неправильно. Сейчас немножко уменьшила огонь. Так. Окей. Ладно, а так все разбухают, как цветочки, цветочки розочки. Ой, просто надо их чаще перерачивать, тогда они будут лучше готовиться. Сейчас надо делать салатик, потому что все много зажарки сегодня. Быстро так, по минуте так раз. Немножко. Когда мы были в Мексике, такие кушали, но они такие огромные, у них намного лучше получаются, чем у меня. Они еще любят и лимоном их поливать. Мексиканские чипсы. Огурчики и авокадо в салатике. И есть даже листья, салатные листья капусты. Данилка, давай кушать. Давай, не хочешь? Печенек наелся, не хочешь теперь. Леночка, не вставай. А я хочу только 5 печеньков. 5 печеньков? Ну ты уже, и уже съел. 5 печеньков. Очень вкусно.
кузнечном китайском ресторане. Самодельная. Леночка, сядь. Маленько все делала, начинку и сама заматывала. Да. Спасибо, красавица. Немножко они такие некрасиво получились. Ну, наоборот, красиво. Мами, очень красиво. Данилочка, попробуй. Это как пирожок, попробуй. Не хочешь попробовать даже?